вами Нелогичный Лис, и сегодня мы продолжаем проходить Outlast. И первое, о чем бы я хотела с вами пообщаться, а нет, не буду общаться, только хотела сказать, что наш герой вообще идиот. Ну, хотя на самом деле он, в принципе, и есть идиот. Здесь же был столик, да, столик с различным оружием, ну вот разработчики решили его так тактично убрать, чтобы не возникало вопросов. Почему наш персонаж, блин, не взял какой-нибудь тесак и не убил этого доктора и всех остальных, кто на него нападает? Впрочем, вот есть, например, вполне функциональная нога, ей тоже можно кого-нибудь огреть при желании. А что, в довольно популярной игре, как это называлось, The Forest, да, это является одним из оружий. Окей. Что? Ты кто вообще? I'm an executive, just like him. Like Trigger. He got a gene and he's still alive. Так. Filled with Renegade Snipers. He works too well. They can control it. And you can control it. Nobody! О, черт! He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Нет, пусти меня, отпусти, отстань. Оставь, вон его убей. О, черт. Блин, только начало игры. Как можно оплошать, блин, в самом гребаном начале игры? А, вот сюда. Я вижу, что надо сюда. Блин, зачем мне сюда? Мне же нужен лифт. О. Так, продолжаем разговор. Значит, дядюшка доктор так нас просто не оставит, видимо, да? Но он считает своим долгом поиздеваться над нами. Ну-ка, а что у нас за цель? Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Ну, спасибо большое, это мне поможет. Ой, все плохо. Здесь можно дверь хоть закрыть? Блин, там двери нет. О! Kill me. Чш-чш-чш. Ладно. Окей. Блин, нужен ключ. У меня нету ключа. Так и знала, что все так просто не может быть. Ладно. Включаем свет. Ой, боже мой. Вы уж извините, я что-то немножко не настроилась, как нужно нам настроиться, потому что до этого я проходила вот только что амнезию. Вот. А. Блин, хватай ты. А, как это громко. Очень. Убери камеру. И дверь закрой. Эй! Ай, черт! Слушайте, тогда это плохо. Тогда доктор ведь может... Он может дверь открыть. Ой, блин, я не хочу никуда идти. На самом деле, ни туда, ни сюда. О, боже! Камера. Камера! О! О, батарейка. Yeah. I should have got you first. Фух. Черт возьми, так он теперь будет Аки монстр из амнезии патрулировать эту местность, да? И искать нас. Во что бы то ни стало. Черт. Беда заключается в том, что даже если он убьет меня, он не исчезнет, как монстр из амнезии. Это очень, очень трагично. Очень. Hold up there, buddy. О, нет! О, боже! Беги! Куда-нибудь! Да, блин, беги! Черт!
О, нет! Эй! Эй! Ау, 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 ау! Не трогай меня! Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Парень! Я не парень! Я не парень! Я никто! Я не этом! Прыгай! Ай, черт, ладно, все, меня убили, да? Нет. Да нет! Я не могу выйти отсюда, здесь темно. Я... Блин, надо свет включить, потому... Оставь меня в покое! Так, камера. Ау! Блин, доктор, я не вижу вас. О, ес, слава богу, свет. Ты меня ждешь? Нет, я тебя не жду. Черт, 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 черт. Так, надо собраться с мыслями. Господи, как можно собраться с мыслями, когда... Зайди. И дверь закрой. Ой, нет! О, да. О, блин, он двери открывать умеет. О, а, ну давай выиграю я. Черт, ты посмотри на него. Блин, он ходит с этими ножницами. Ай, ненормальный. Блин, как я плохо играю. Боже, извините меня, пожалуйста, простите меня. Я очень плохо играю, я просто... Блин, начинаю паниковать и все порчу. Да блин! Опять ты! Оставь меня. Ну, давай, 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 давай. Так. Надо собраться с мыслями и подумать еще немножко, куда мы еще не ходили. По-моему, мы не дошли до самого края коридора, то есть я все время... Да, да, он определенно здесь. А, у меня нет другого выбора, господи. Гребаная заячья храбрость. Я не хочу. Как я не хочу. Черт! Врач! Мистер врач! Точно, вот он. О, нет, доктор! Оставь меня, не трогай меня, убери свои ножницы. Ты мне уже сделал маникюр, спасибо, с меня хватит. Хватит с меня маникюра. Дверь закрой. Ха-ха, лох. Лох, трусы в гору. О! Черт. Так, нам надо сейчас быстро-быстро добежать до конца коридора и... Да. Другой вопрос меня беспокоит. Каким образом этот дебил оказывается там? То есть я сейчас спрыгну, а он опять там. Черт, черт. Ой. Вот что мне делать? Что мне делать? Так. Так. Сюда. Нет! Да, я подвину, блин, гребаный ящик. Надоел уже. Хватит меня бить. Отстань, бога ради. Ну вот, отстань. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Дверь закрой, Рэйми. Как мы всегда делаем. О, нет. О, боже. Че я сплю так? О, боже. Давай, залезай. Не хочу я с тобой работать. Спасибо, ты уже мне предложил, блин. Больной. Мне так нравится, как он его приветствует все время. Бадди! Эй, дружок! Вот он ты! Я так скучала по тебе, блин. Ну как мне его обойти? Он же все время здесь ходит. Ладно, все, наплевать. Я больше не могу. Не могу, не могу больше. Больше не могу, действительно не могу. Хватай, хватай ящик. Все. О, слава богу. О, спасибо, боже. О, нет. Эй, 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 дверь. О! О! Господи, крики. Сюда. Хочу сюда. Сюда хочу. О. Блин. С этой игрой я поразительно быстро научилась различать вентиляцию от всего остального, как спасительный выход и единственная помощь в данной ситуации. Так, у меня осталась одна батарейка, все очень плохо. Боже, ужасный доктор, ужасная игра, я не могу больше, все очень плохо. Вот где он?
И что мне надо найти? Или нет? Все он упорно мне говорит, доберись до нижнего этажа. Я не могу добраться до гребаного нижнего этажа, у меня пальцев даже нету. Опять здесь. Эй! Эй! Нет! Нет! Мне так, блин, не нравится. Ну что, здесь доктор? Нет. О! Ладно, пока я читаю, я возьму эту, пожалуй, газетку почитать в туалете. Пока читаю, доктор меня не найдет. Ну и что тут? Прошение о переводе. Ой, господи. Это третье прошение о переводе, которое я направляю после того, как не получил ответа на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезное злоупотребление в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю 2, которых переместили в подвальное отделение. С тех пор их больше никто не видел. Если я не получу ответы и на это письмо, то буду вынужден сложить в себя полномочия и, возможно, выйти на связь с представителями прессы. Спасибо, что уделили мне внимание, Дэвид Анапурна. То есть... Видимо, это и был тот мужик, который нас позвал себя. Спасибо, уже большой мужик. У меня теперь нет пальцев, меня избивает доктор и вообще... Я знаю, что он будет здесь. Я знаю, что он будет здесь. И моя беда заключается в том, что он не как эти психи. То есть он не выбивает дверь, чтобы я хотя бы по звуку его могла понять, что он здесь. Он их, блин, открывает, как нормальный гребаный человек. Ну что? А, нет, слушайте, это же другое место. Чудеса вообще. О. Ой-ой-ой. Очень мне здесь не нравится. Ключик! Ключик! О, спасибо, господи. Хочу под кровать. О, боже мой! Не говорите, что он умеет лазить под кроватями. О, нет! Ну ты подлец, докторишка. Черт, я в жопе. Блин! Оставь меня, доктор! Доктор, доктор, доктор! Возьми себя в руки, доктор! Ты же, блин, врач! Я оставлю тебя! Оставлю тебя! Черт, нет! О, нет! О, нет! Куда бежать-то, блин? Выхода нету! Давай, да! Блин, прыгай! Да, спасибо, наконец-то, слава богу! Нет, все плохо! Давай! О, слава богу, спасибо большое. Черт. А, лифт. Лифт. У меня есть ключ. Ключ от лифта. Фу. Слава богу. О, нет. Нет. Иди, оставь меня. Черт. Блин, он мертв? Господи! Боже мой! Первый, блин, грёбаный раз за всю игру я справился с каким-нибудь бандитом, который меня убивал.
победила, блин! Вот так вот! Это все, что я тебе думаю? Тьфу на тебя! Да. Слава богу, господи. Как выжать сок из страгера? Шаг один сжать, блин! О, блин, парень, ты не лишен юмора, даже несмотря на то, что у тебя нет пальцев. Господи, посмотрите на эти лица опять. Я не знаю даже, сколько по времени я опять снимаю. Я ничего не понимаю уже больше. Пожалуйста, можно я уйду? Наверх не хочу, с меня хватило уже одного раза, на самом деле. С меня уже всего хватило. Больше я больше не могу. Блин, в первый раз за всю игру мы наконец-то кого-то, блин, одолели. Первый грёбаный раз. Дождь идет. И я решительно не понимаю только одной вещи во всем этом. Почему? Слушайте, а как странно, что такое кабинет... А, господи, без дверей кабинет. Вот, это самое. Почему за все это время, парень, ты ни разу не взял в руки какое-нибудь оружие? Да блин, хотя бы этот грёбаный осколок стекла! Это же лучше, чем... Голые руки. Что опять? Опять облава? Нет. О, мама. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Мартин, не оставляй меня! Пожалуйста! Господи, боже мой, спасибо, господи, что ты, блин, жив. Да, блин, я жив! И сомневаюсь, что надолго. Но мне, блин, повезло. Я не знаю, каким образом я... Что это такое? Жаркое барбекю? Воу! Воу-воу-воу! Посмотрите, это же фотоаппарат! Это твое, что ли? Прискорбно. Ничего не вижу. Ладно. Ладно, все. Все. Надо успокоиться. Я просто не могу. У меня до сих пор дрожат как бы руки, и я не могу нормально даже соображать. Не то что говорить там или что-то делать вообще. Спасибо, блин, что ты жив. Надо было меня сразу выпустить, чтобы я был, блин, до конца жив. А сейчас этот доктор забрал часть... Это что такое за место? Ой, мне здесь не нравится совсем. Судя по звукам, здесь что-то плохое сейчас будет происходить, да? Ладно, здесь столько шкафчиков. Слышите? О, боже. А, так. Документ. Окей. Ладно, пока читаем, нас не убьют. Обвинительный бред. Так. Мистер Уолш. Мистер Уолш, будьте добры, немедленно освободить от должности санитара, бла-бла-бла, Дэвида Анапурну и приступить к его лечению в качестве пациента Маунт Мэйси с целью избавления от обвинительного бреда. Терапию следует продолжать до момента его смерти. Спасибо, приятель. Рик Трагер, научный исследователь Мерков. Господи, боже мой, ну что, больной? А, ну да, что за странный вопрос, говорит, что больной, что ли? Конечно, больной, так. Надоело снимать. У меня нету батареек, поэтому на самом деле я не хочу много снимать. Так, что это за место такое? То есть доктор... Ну, как нам правильно, как нам сказал тот дяденька, которого мы оставили там... Блин, нет, да, да, вот так. Позади, который говорил, подойди поближе, я хочу с тобой поговорить. Вот. Мне кажется, или здесь дым? Точно, дым, посмотрите, здесь дым. Ну что, сюда? Окей.
Ох ты, ёлки-палки, лес густой. Да. Вот. Все, хватит снимать, надоело. Ай, убери свои руки от меня. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Мне тебя жаль. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get out through the kitchen. Спасибо большое, Господи, Боже мой. Вы видите этого, блин? На самом деле, единственный, наверное, один из немногих добрых психопатов, которого я здесь встретила. Так, можно сюда? А, наверное, через огонь-то я не пройду. Так, как сделать-то? Нет, ладно. Сейчас, погоди. О, нет, нельзя, да? Ну, понятно, в общем, он говорит, надо тушить все, тушить. Ты бы, блин, мог через пожар, у тебя кроссовки вообще-то на ногах прыгнуть. Ладно, так, что дальше, куда идти? На самом деле, этот парень молодец, взял да спалил все к чертям, как и надо, блин, было сделать с самого, блин, гребаного начала. Молодец. Добрый человек. Кафетерия, так, ладно. Расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевнобольными. Что такое? Что-то увидел? Не молчи. Нет ничего постыдного в факте расстройства, вызванного стрессом от соседства с душевнобольными. Обратитесь к старшим сотрудникам, чтобы получить помощь и консультанта по карьере корпорации Мерков. Ага, конечно. Судя по всему, вот те, кто обратился, теперь мертвы все. Так, в чем смысл этой комнаты был? Ой, темно здесь, плохо. Мне не нравится, когда темно. Но, слава богу, меня хотя бы доктор больше не преследует. И никто не преследует. Даже дверь нельзя закрыть, блин. О, вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. Хорошо. Так, здесь? Ага, нет. А где? Две заслонки. Я не знаю, зачем я все время включаю камеру. О, нет! Недолго бабушка страдала, да? Блин! Ну, черт! Только не этот мужик. Злой, как скотина. О, ох, черт. Так, вот так. Да блин! Блин, ну ушел, ушел, ладно. Давайте я просто убегу в противоположную. О, нет! О! Ха-ха-ха! Чё? Жирный, 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 как поезд пассажирный. Ха-ха-ха! Ха-ха! Не достанешь, не найдешь. Так, ладно. Что за место? Ой! Да тут живые люди есть. Это что такое вообще? Это... А! Да, их же мыть положено. Did you bring your ducky? Кого? Уточку? Что? Что? Все противно. Какую уточку принес? Если бы у меня была уточка, я бы чувствовала себя лучше. Слава богу. Так, еще одна батарейка. Блин, я не знаю. Мне кажется, здесь так много батареек, но я почему-то порчу все. Так, ну и что? По идее, этот дядька... Что? Господи.
Мне жутко, жутко вообще от этих персонажей. Угу. Так. Да черт. Где-то здесь ходит. О, батарейка. Я очень жадный, мне нужна эта батарейка, блин. Батарейку дай. Спасибо. Где он ходит-то? Я же не вижу его даже. Он такой большой. Ага. Вот он. Окей. 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 Хорошо, если я буду... Прикольно, конечно, мы тут развлекались, да? Если я буду... Камера? Камера не сейчас, вообще не вовремя. Ладно. Ага, так. Камера, иди ты в баню, господи. Лаундри рум это типа прачечный что-то такое, да? Дверь закрою, нахрен это все. Нафиг так жить. Тут должна быть типа кнопки, что-нибудь. А, вот он этот. Ой, я чувствую, он сейчас сюда придет. А, я спрячусь в шкаф. Может, он меня и не найдет. В шкафу-то. Блин, надо было в дальний, наверное, прятаться. А-а-а, точно так. Как кентервильское привидение, блин, ходит тут. Пугает меня. Да иди ты. Так, нам сюда выйти. Выйти и бежать, 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 черт, 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 блин, 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 блин. Давай, 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 опа. Че? Где я? Где? Не поймаешь, не найдешь. Так, здесь, видимо, это дым получается, да, у нас? Так, нам сюда, и где-то здесь должна быть кнопка. Ничего не вижу. Будет несправедливо просто. Надоел. Давай! И бежим! У-ху! Душ! Водяные горки, лето, жара. Блин, там за окном чудесный мир, а я что делаю? Я не знаю, что я делаю. Так, где это я? А-а-а, вот же то самое место. То самое место, о котором мы и говорили. Тот дяденька ушел, видимо, он расстроился, что мы потушили все. Ой, ну слава тебе, господи. Все. Идем. Господи! О, боже! Перестаньте меня ронять! Я тебе верила! Ты злой! Вот тут кого-то приготовил. Я больше не могу. В лифт? Нет. С меня хватило уже лифта однажды. Я больше не могу.
Пожалуйста, хватит. Давайте не будем больше облавы устраивать на меня. Я не могу. Хватит, хватит. Где ты там? Дебил тупой. Видишь, я все равно вышла отсюда. Любит он, блин, гребаный горный воздух. Что за звуки? Какие-то уже прямо не такие звуки, как люди издают, а уж какие-то привидения точно. Ну-ка, что здесь? Так, выдержка из программы у нас написана была. Программа МК-Ультра. Так. Тема «Синяя птица». Значит, первое. Общее описание проблемы. В последние несколько месяцев «Синяя птица» пытается выяснить с помощью исследований, изучения и практики, может ли ВС, внушение во сне, и Г, гипноз, принести пользу применительно к специфике военных действий и стоящих перед агентством задач, и если да, то какую именно? Возможен ли постгипнотический контроль над действием человека вопреки его собственным нравственным ценностям? Можно ли гарантировать полную потерю памяти при любых обстоятельствах? Возможно ли трансформация человеческой личности и как долго может продлиться подобный эффект? На каких принципах строится работа сонной машины? Господи, боже мой, что это такое вообще? Уже накручено здесь так, наверное. Бога ради, мы, блин, вышли. Найди отца Мартина. Я не хочу искать отца Мартина на самом деле. Слава Богу. Я надеюсь, что этот ужас прекратится. Ой, там вот свет был. Что такое? Да блин. Мартин. Слава Богу, мы вышли. Сюда? Нет. Так, а может быть, я не хочу искать отца Мартина? Как насчет того, чтобы найти свою машину и уехать отсюда? И, блин, я так долго ждала этого момента, что я больше не могу уже. Что? How alive are you? Насколько ты живой? Ну и что здесь опять? Наше собственное распятие. Я даже не знаю твоего имени, но я думаю, в тебе течет та же кровь, что и во мне. Надеюсь, ты не станешь возражать, если я... Ой, еще я надеюсь, что ты не слишком застрял в тщетной жалости к себе и страхе, что твои страдания тяжелее, чем у всех прочих. Нам всем приходится это терпеть, и ты почти справился. Нет пути на небеса, кроме распятия. И каждому нужен тот, кто вобьет гвозди. Буду рад помочь тебе, жду тебя здесь. Блин, спасибо! Нет, спасибо, я еще не готов. Я слишком долго мучилась, чтобы еще и уже помирать так просто. Ну, давай, открывай. Эй. Блин, что такое место странное? Ой, слава богу, живительный дождик. Ладно, друзья. Знаете, что я думаю? Я думаю, что мы уже достаточно сегодня побегали. Это было чересчур эмоционально и слишком тяжело и плохо. Вы уж простите, что эпизод получился такой скомканный. Я честно, не нарочно. Просто... это так страшно! Вот, поэтому я думаю, что на сегодня нам стоит закончить. Ну, а в следующем эпизоде мы продолжим искать отца Мартина и делать... что-нибудь для нашего спасения, хотя я сомневаюсь, что такое возможно. Итак, я желаю вам оставаться умничками, берегите себя, пусть у вас все-все-все будет хорошо. И пока-пока, увидимся в следующем видео.